В штабе Черноморского флота прошло заседание военного совета по итогам текущего года. Встреча прошла под руководством командующего вице-адмирала Виктора Соколова. Об этом сообщает пресс-служба флота. В ходе заседания военнослужащие выступили с докладами об итогах выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции и о материально-техническом обеспечении сил. Были подняты вопросы антитеррористической защищенности и противодействия терроризму. Также на заседании торжественно вручили ряд государственных и ведомственных наград особо отличившимся сотрудникам. Военнослужащие были удостоены орденов мужества за заслуги перед Отечеством второй степени и второй степени с мечами, медалями за отвагу Суворова и Ушакова. Кроме того, командиры получили переходящие кубки, названия лучших соединений, кораблей, воинских частей и подразделений.